Чё, чуваки, как она? Как-то так странно народ набегает. Прямо таки набегает. От кого ж ты бежишь, народ, иди же. Так, сейчас на Twitch зайдем быстренько. Ну давай. Набегает школота. Дмитрий, что ж ты здесь делаешь тогда? Школа скоро. Блин, Дим, реально ведь школа скоро, слушай. Ага, скоро школа. Пятый курс, бля. Меня еще слышно, нет? Все, чуваки, начинаем дурачиться, короче. Да, конечно, два человека друг за другом поставили Forever Alone. Это так логично, не правда ли? Надо все лишнее потрубать, я думаю, это еще тормозить будет. Давай, запускайся. Dead Space! Та-да-да-да-да-да-дам. Та-да-да-да-да-да-дам. Та-да-да-да-да, ты жмак, 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 жмак. Так вот, нормально. Запроси у меня любую клавишу. Ну, запроси. Вот, отлично, запросил. Чё, ребята, картинку хотите, да? Все хотят картинку. Так вот. Вот так вот. И то. Тоже не то. А ты чё? Тоже не то. Ща опять сек, я тут лишнего погроха. Так, этого оставим. Ничего не понимаю. Блин, реально, я ни хрена не понимаю. Так, это панда. Панду нафиг. Лого, так. Так, это тоже не то. CyberUp, лого SK2, лого Split Media Labs, Titles VF. Да, вот оно. Ежишь. Все, нормалдополос, чуваканы. Так, вот сейчас должно быть слышно нормально. А, не-не-не-не-не-не-не. Странные свойства данной гарнитуры. Сбрасывает автоматом на 100% громкость. Ну чё, попилили, запилили? Али нет? Чё, в друзья не добавил? Сейчас, подожди, посмотрим. У меня нет реквестов в друзья новых. Михайлов, реально нет. Так, слышно, слышу тебя на Твиче видео нет. У меня на Твиче видео нет? Че? Сейчас посмотрим, есть ли у меня на Твиче видео. Смотрим, есть ли у меня на Твиче. Нет, на Твиче все в порядке. Вот добавь за Михайлов. Давай добавим. Так ты в группе, не в группе вообще? Все, добавил. Погнали, попилили. Ну ладно. Dead Space. Так. Прошу прощения. Привет, школьники. Нормально. Привет, не школьник. Ну, отличненько, Коля, в группе. Так, а где мы вообще остановились? А, это же Ишимура, иди. Самое отвратительное место вообще в мире. Из разряда. Hated so much. Что-то меня на кашель прям пробивает. Okay. Погнали центрифугу включать.
This should be interesting. Is it safe? I don't know how it could be. No way! Такой интересный вопрос. А это вообще безопасно, спрашивает она у мужика, который идет на корабль, который был эпицентром заражения какой-то странной инопланетной хренью, после чего эта странная инопланетная хрень перебралась на город-колонию, после чего она там все угандошила к чертовой матери. А это безопасно? Нет, ни в коем случае. Конечно, это безопасно. О чем речь? Вот, голоса все еще разговаривают с Айзеком. Это безопасно? Все в порядке. Да что такое? Фигня какая-то. Да ёперный. Кашлять-то уже не с чего, все равно кашляет. Все, больше не кашляем. Будем брать пример с Айзека. Ему на все пофиг, он стоически выносит самые страшные вещи. Все в порядке, просто Айзек раздвоение личности. Куда пойдем? Туда? Нет, туда. Нет, туда. Нет, туда. Перемена мест! А, ну да, сейчас же первое время здесь никого не будет. Ксен, ты превращаешься в ксеноморф? Зато у меня будет классная, тут самая классная челюсть выдвижная. Это дело так... Да. Радость и веселье ждет нас в этом доме, блин. Чё-то сыкотно как-то немножко, ребят. Самый отвратительный, как по мне, так уровень. Но здесь реально вот просто... Не, ладно, окей, я здесь был, это не так очково, как раньше. Но, блин, первый раз, когда проходил, это реально, это просто усаться можно. Ни хрена никого нет, атмосфера давящая, коридоры знакомые. Думаешь, что сейчас какая-нибудь хрень на тебя из-под этой самой сюда, обертки выпрыгнет. Охрен. Привет, Зелькин. Вначале кашель, потом жажда... Есть человека, потом за спиной две руки и все. О, боже мой. Всяко бывает. Да, вот здесь у нас первые нападки на нас начнутся. Хочу лампочку. Да, я так и знал. Да, привет, большой толстый. У-ду-ду-ду. Чувак, я так хочу отбилить тебе руку, ты бы знал. Ты чё, шляпа, обломился? Твою мать. Все, теперь он стал туреткой, Давай. Давай. Ну. Эть! Тунц! Как тебе такое расстаться будет? Давай. Тунц! Давай, еще разок. Чик. Тунц. А, не нравится шляпа. Блин. Ну, перезарядка это святое. Давай. Уй. Тунц. Да, задолбал. Все, пошло, поехало. Они проснулись, они ожили. Как в третьей части будут орать люди, играющие в кооп, они, скорее всего, будут орать друг на друга, не от страха. Вообще так, чисто в принципе, да? Я слышал тебя! Мелкая хрень, ты где? Алло? У-тю-тю-тю-тю-тю. А ну иди сюда. О, ты че? О, ты где какой-то классный.
Я эти клешни-то сейчас как отрублю. Ога. Оббежал, пробежал, га-га-га-га-га-га. Лузер. Не догонишь, не догонишь. А, у меня патроны кончились, господи. Запинает ведь ногами. Господи Иисусе. Еее. Все, чувачман, кранты. Да выеживался. Да ладно, нифига ты живучий. Да блинский. Мяу. Да это жесть какая-то. Когда стрим будет по Heavy Rain, когда господин Дример соизволит приехать в гости, вот тогда и будет стрим по Heavy Rain. Вот такие вот дела, пирожки. Ага. Ну чё, давай, иди сюда. Толстый. Эй, толстый. Стрелять, колотить. Что, зараза, не нравится? Ой, чувак, у тебя швабра в спине торчит. Мужчина, вот швабра в спине. Вы не замечали, нет, никогда? Нет? Ну ладно. Да твою мать. Да-да-да. Я тоже умею кидаться. Да хватит ты уже. Ой, когда же ты отъедешь-то наконец-таки? Ай, блин, бесишь. Понь. Yeah. Некроморфы такие няшки, согласитесь, да? Тунь. А, господи, они повсюду. А-а-а! Господи Иисусе. Мама. Хрень сверху падает. Ай, да вы-то ладно. Вот ты вот меня пугаешь. Все, все что ли? Ха, нифига. Давай, беги-беги. Пуньк. Я тебя телевизором забью. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Вот так-то вот получше будет. Затопчу всех нахрен, чтоб не нападали. Знайте свое место, дети. Так, силовой узел. Аптечку хочу. Аптечку. Кто подгонит мне аптечку? Ну давай, открывайся. Thank you.
No, Ellie, it isn't safe. But I'm on my way to the centrifuge. Just be careful. I'll call you when it's online. Ого. Будь осторожен. Вообще без проблем. Айзек, ты что так томно дышишь, а? Ну все, с девушкой поговорил, томно задышал. Ну что ты за человек, а, Айзек? Айзек, надо же иметь какой-то самоконтроль. Я знаю, мелкие, вы здесь. Все, осталось буквально треть игры. Осталось Крополевина. Немножко. Чуть-чуть. О, магазин. Магазин, магазин, кто успел, тот купил. Что, продадим? Это продадим обязательно. Больше нечего продавать. Нормально. Классический костюм. Ох, ни хрена себе. 20 ячеек рюкзака, 15% брони. Но стоит 40. Так, а давайте-ка мы вот эту вот штуку продадим. Да. 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 А вот это вот купим. Ой, хочу, хочу. Да. Потом мы купим к ней таких вот штук. А к этой штуке вот таких вот штук. А к той штуке, ну, пару аптечек, пару вот таких вот штук. Ае. Я люблю с винтовкой бегать. Наверное, круто, да? Так, вот теперь уже сейвимся и погнали. Так, куда идти-то? Понял. А так точно. А поднимемся наверх. Найдена аудиозапись. Доктор Хайди Лачлер. Research summary organic material analysis. There are several shocking findings relating to the sludge-like material found throughout the Ishimura. First, it is human DNA. Second, and far more disturbing, it reanimates in the presence of a marker signal. The only conclusion we can come to is that the entire Ishimura crew was infected and reconstructed and then fell into a soupy DNA sludge when the EG7 marker was destroyed. Soup! Господи. Иди сюда. Ну кто, кто, кто? Вот помнится, вот здесь вот первый раз на нас напали. В первой части. Ой, зря ты шумишь. Ой, как зря ты шумишь. Ой, зря ты меня закрываешь. Я слышал. Я все слышу. О, верстачок. Сейчас такой из-за стены такая. Да? Лучше в традициях жанра. Меня удивило решение первой части некроморфа уничтожили, а во второй они как новые. Ну, блин. Воссоздали первопричину появления вот этих вот няшечек. Ну, who's the next? Нахер. А, да ладно, лол. Не понял. Мелкий, ты как вообще здесь оказался? Ты уйди. Мы с тобой позже поговорим. Да блин, что сказал? Ну ладно, хоть аптечку буду. Какой ты большой!
Какой ты толстый! Ну ладно, хоть так, хоть мелких не выпустил. Ничего. Ах ты, большая злобная штука! Умри! И ты тоже! Умри, я сказал! Да чтоб тебе кони грызли! Фу! Фу, я сказал фу! Вот так вот. Плохая собака. Докопаться не умеешь. Да твою налево, а? Да, и сзади ведь зашел. Все, надо валить нафиг отсюда. Тут сожрут еще. А куда валить-то, собственно? А, ну зашибись. Где же малыши? А вот и малыши. Не, малышей, вот только вот малышей нам сейчас не хватало, реально. Нафиг. Ой, не сдались. Айзек. I know I want ya. I know you want me. Да-да-да-да-да-да-да. Фу-фу-фу-фу-фу. Да ни хрена себе их тут. Заточили. I can swing my diamond sword. Okay. Let it be so. На нас орут, на нас кричат. А мы так типа из последних сил берем эту вот штукаревину. И отстреливаемся к чертовой матери. Да плохой же ты! Вот. Куда? Эть! Промазал. Ога. Отлично. Да, патроны уходят, блин, просто вообще. Так, обижать нам от тулы. Привет, толстый. Умрите, мелкие, не подходите ко мне. Я не хочу еще раз перепроходить это долбанное место. Я ж тебе ножку отпилил, алло, мелкий. Ю-ху! Что за инсинуации? Вот так-то вот получше будет. Ага. Ну-ка. А, ну зашибись, блин. Ай, вас еще и двое. Ну, великолепно. Они такие беспаленные ребята вылезают вообще из ниоткуда и пытаются немножечко подсакнуть. А я однажды взломал патроны для винтовки и перестрелял все, что я согласен с республики Star Wars. Чем ломал? Артмани? Ей! Ну прям, я бы не сказал, что это некая хрень как радует, что мы сейчас в невесомости находимся. Так, куда же надо-то? Окей. Упоролся в деревяху.
Что это такое будет? Ну, поехали, нет? Типа, нет, не поехали, да? Не понял. Ну, включись. Ну. Зараза. Все-таки придется что-то делать. Что-то искать, что-то ставить. Сейчас страшные монстры полезут. Нормально. Врага моя. Это что за... Ну так-то да, охренеть просто. Инженер из меня вышел бы просто прекрасный. Давай вылазь уже. Вот теперь все. Артмоний. Артмания, не артмоний. Тунц. Все туда попадало. Центрифуга пошла. Смотри, как она будет разгоняться. Ну ладно, видимо, не будет. Ура! Сейф! Иди сюда ко мне, родной любимый мой. Yeah. А сейчас просто при выходе убивают, да? Эй, большая тентакля! Да блин, да ладно, я тоже думал, что будем сражаться с большой тентаклей. I've almost got us disconnected from the mag rail. Keep me posted. Да, конечно. И полезли. Мужики! Привет. Как твои дела? Ну, зашибись, блин. Просто прекрасно, блин. Эй, социальные элементы. Нет, ну только не вы. Блин, кого угодно, хоть Мао Цзэдун пусть восстает из мертвых, но только не вы, сволочи мелкие.
GG, иди же. Ага, попрыгай мне тут еще. Прыгать в классе запрещено. Ну ладно, ты как-то поадекватнее будешь. Так, вот ты вот, не надо мне тут всяких инсинуаций своих. Ту-ту-ту-ту. О, да ладно, ни хрена себе. Так, ты стоять и лежать. Я пошел. Да, блин. Задолбили. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, да ай-яй-яй. А я припомню вам. Запомните. Сейчас Владарских порвется, как всем вам тут вообще. Сейчас, секунду, я альтабну себя надолго. Альтабе. Полные альтабы. Михайлов, ну что за такие за выражения? Ну, Михайлов, ну алло. У винтовки альтернативный режим стрельбы, он же крутой. Сейчас посмотрим. А, здесь граната, по-моему. Ну давай, иди сюда. Ну чё ты прямо обниматься-то как хочешь, а? Ты же маленький, ты же страшненький. Вот вы вот, блин, один в один такие же. А любвеобильности во всех вас, блин, вот... Что бы сказал дядюшка Фрейд? Такие маленькие, а уже, блин... Да ты фу вообще! А-а-а! Да-да, ты еще плюнь в меня! Етижеский, свистижеский. Тонс! А-а-а! О, как вовремя ты отвернулся, да? Да, ну как черту. Эй, вот ты где. Надо хоть аптечку подарили. Ну да ладно, декомпрессия все что ли? Офигеть. Я-то уж думал, все, GG. Простите, дядя Ксена, я больше не буду так писать. Готовь задницу для ремня. Ю-ху-ху! А еще что скажешь? Не догонишь, не догонишь. Глупая штука. Расчленёнка. А что, в чате все ники одинаковые? Вот не знаю. Честно, врать не буду, я не знаю. Так, ребят, не забываем подписываться, не забываем ставить лайки, не забываем подписываться в группу ВКонтакте. А еще в группе ВКонтакте можно найти ссылки на покупки недорогих, хороших игр. Вот. Так, 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 сейчас опять сек, я тут кое-что поделаю. Мне тут надо кое-что сделать, да. Да, кстати, в группе ВКонтакте укладываются HD качество ввода. Так что, если кому-то интересно, можете посмотреть. Там их уже 4, то ли 5. Что делать, если все перечисленное сделал? Не знаю. Возьми с полки пирожок.
комара. Ой, слава яйцам, ладно, наконец-то. Это опасно. Где-то тут... А вот он. Магазин. А магазин, а мы. Чё-то продать-то можно. Фиг, чё продашь ещё. Патронов хочу. Так. А если нету на полке пирожка, не знаю, испеки пирожок, положи на полку. Логично, не правда? А, какой ты классный! Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Ну давай, давай. Мы укоротим тебя ровно на одну ногу. А теперь еще на одну. Круто как. А, еще один такой же. Иди сюда. Я несу вам добро и причиняю справедливость. Иди сюда, иди сюда. Лепота. Отвратительные мелкие штуки. Ну ладно, все, вроде как все. А, меня увезли куда-то не туда. Не говори больше яйца. А кем же ты работаешь, если тебе хватает? На работе слово яйца. Уж не режиссером ли определенного рода фильма? Да, патроны кончились. Черт побери. Господи, Мишель, эх тебя плющит-то, а? Дан-та-да-дан-та. О, есть! Великолепно! Какая светомузыка, какая палитра! Какой маленький отъезжающий... Мутант! Господи! Плохой хомяк! Плохой, я сказал! А идите вы в баню, блин! Сколько вас вообще... Все, фу! Ну зашибись! Мертвым он притворился! Грузчиком. Реально собирать денежки таких разумных. По земле я таких людей не вижу. Ну, знаешь, блин, это довольно странная аналогия, если честно. В том плане, что сравнивать двух людей чисто по одной фразе, это реально очень странная такая аналогия. О, господи! Беги, лес! Беги! Твое налево. Так, мне кто-то что-то писал в скайп. Сверху на видео можно только картинки выводить, нельзя выводить кусочек чата, например. Можно выводить кусочек чата, только этот кусочек чата у меня находится на другом компе, понимаешь? Так что, скорее всего, как бы нельзя. Чтобы вывести кусочек чата... А, хотя, ну-ка, можно, наверное. Нет, вообще, по идее, в теории можно. Только я не знаю, как СК2-шный чат поп-апом сделать, или поп-аутом, как он там.
Блин, я не знаю. Это я бы, наверное, нормально. Давай попробуем, че делов ты, господи. Сейчас. Так, как бы это сделать-то? Title, game, IP, камера, screen region, media file, камера. Нет, походу нельзя. То есть должен распознаваться как определенного рода программа, чатик. Тогда его можно взять, захватить и выкинуть. Либо просто играть в не в фуллскрине. Твою мать! Хреновы суицидники! Офигеть можно было. Не-не-не, там просто понимаешь, там вот я сейчас тебе покажу, я сейчас тебе просто на примере Xsplit'а покажу. Вот смотри, вот допустим, мы открываем, ну вот смотри, вот, да, вот оно у нас есть. Вот, то есть вот этот вот фрейм, он должен, допустим, вот смотри, вот Add Game, да, вот Chrome есть, Skype'а нет. Вот допустим, делаем Dead Space, так, чик, нажимаем на него, он выкидывается на full screen, то есть без рамок, без всего. Вот ту же самую примерно хреноту надо провести со скайпом. То есть, допустим, смотри. Add game, допустим, там, Chrome. Там, ктыц, вот оно появилось. Только нужно сделать так, чтобы захватывало строго вот это вот. Блин, как там? Строго вот это вот. Это нужно выводить просто отдельным фреймом как-то. Я не силен в этом деле. Ну вот, ну не захватывает ее, видишь же. Все, забили, побежали дальше. Ей, верстак хочу. Подарите мне верстак. Подарите мне верстак. Это не верстак. Верстак хочу я, очень сильно. А, окей, мы отсюда пришли. Ну, я немножко очканул. Сам пнул, сам полетел, сам очканул. Так, куда дальше? Понял. Ну... Я нубище, да. Ладно, короче, давай сделаем вот так вот сейчас. Сейчас сделаем вот так вот сейчас. Так. Тыц. И где оно? Хрен его знает, где оно. Ща 5 сек, 5 сек, 5 сек. Сейчас я на Твиче открою чатик. Поп-аутом. И выведу его. Вот так вот. Фу, блин. Не то. Не то, не то, не то. Тоже не то. Блин, я нубище. Так, Image Light Show, Live Stream, Starboard, Title, Video Playlist, Whiteboard, Overlay.
Нет, не канает, не тортит. Вообще никак. То есть теперь он даже хром не видит. И, короче, хрен поймешь. Ну вот. Ничего не знаю. Они пришли за мной. Да японский. Да ёперный. Нормально. Но мы очень медленные. Че, все что ли? Да ладно. Ну вот. Так, бежим до сейва и пока завершаем на этом. Надо кое-куда сгонять. А вот и сейв. Так, ну что могу сказать? Ладно, всем спасибо, всем пока. Все такое.